Здравствуйте, друзья! Создаем себе новогоднее настроение. Посмотрите, я нашила себе елочных игрушек. Мухомор такой, валенок с заплаткой. Вот такая прелестная елочка. Варежка с меховушкой. И вот такой прекрасный домик. Из ткани. Это образцы ткани были. Шанель называется. Вот такое окошко. Переливается там огонек. Светится. Посмотрите, какая прелесть. Мухоморчик. А вы шьете игрушки, девчат? А еще я первый раз в жизни делала ватные игрушки. Вот такой мухомор. С такой шляпой. Вот такой рожок. Ватный. Еще вот такая простая мороженка. И яблочко. Правда, пока я возила его, детям делала мастер-классы, листочек куда-то оторвался и улетел. Вот такие новогодние елочные игрушки у меня. Пишите, вы что шьете или нет? Что-нибудь рукодельничаете к Новому году? Свою заготовку, которую я шила в прошлом видео, я покажу чуть позже. А сейчас немного внимания на мое приобретение. У меня новый помощник появился на кухне. Девчата, не обижайтесь, что я рекламирую. Пока будут предлагать, я буду брать рекламу. Потому что платить нам не платят сейчас YouTube ничего. Поэтому не обижайтесь, не обессудьте. А лучше за меня порадуйтесь. Мне пришел на обзор планетарный миксер от фирмы Oberhof Bread S34. Это моя мечта. Давно о нем мечтала, но у меня не было возможности. И теперь у меня есть планетарный миксер. Посмотрите, какой он красивый. Золотой. В описании под видео я оставлю ссылку на этот планетарный миксер. Можете по ней пройти и посмотреть все технические характеристики. А также можете заказать планетарный миксер. Ты мой красавчик, мой помощник. Ой, я такая довольная. Подарок мне к Новому году. У этого миксера вот такая металлическая чаша из нержавейки с ручкой. Очень удобная, блестящая. Смотрите, меня видно. Вместительная, 5 литров объем. Вот такой венчик для взбивания сливок, белков. Вот такие две насадки для крутого теста, для пельменного или дрожжевого. А эта лопатка подходит для смешивания жидкого теста. Теста для тортов или блинов. Ну, в общем, не густых ингредиентов. А это два шпинделя для насадок. В этом миксере продумано все. Даже есть вот такая крышка защитная, чтобы ничего не расплескивалось, чтобы ничего не рассыпалось и не летело. А через воронку можно добавлять нужные ингредиенты. У миксера есть 6 скоростей, которые можно регулировать вот этим регулятором. А также есть импульсный режим. Чтобы не рассыпались наши ингредиенты, сначала включаем на малые обороты, а затем уже добавляем. А вот эта ручка фиксатора моторного отсека. Его повернем против часовой стрелки, чтобы поднять моторный отсек. И для того, чтобы поставить нужные насадки. Насадку поставили, теперь устанавливаем чашу в ложе в это. И эта чаша фиксируется, никуда не двигается уже. И накрываем крышкой, чтобы ингредиенты наши не разлетелись. А вот в эту воронку добавляем нужные ингредиенты. Вот и готов наш миксер к работе. Вот такой удобный. Задал миксеру программу, и он смешивает. А вы сидите, отдыхаете. К миксеру идет гарантийный талон на 2 года. И вот такая подробная инструкция, в которой все-все написано. Можете пройти по ссылке в описании, там все характеристики написаны. А также в этой инструкции есть рецепты, по которым можно приготовить, замешать
тесто, мороженое, тесто на пасту и так далее. И еще очень приятный бонус. К планетарному миксеру идет подарок. Многофункциональная овощерезка с 6 ножами в комплекте. Очень удобно. Очень хорошо режет. Очень острые ножи. Вот такая овощерезка с 6 насадками. Насадки очень удобно хранятся. У нее прорезиненные ножки. И вот такой удобный лоток, в который можно шинковать различные овощи. К овощерезке идет такая же инструкция, подробная. И показано, какими способами может быть нарезаны овощи. А также идет держатель для овощей, который защищает руки от порезов. Очень удобный. Друзья, чуть не забыла сказать, что миксер очень устойчиво стоит на столе. У него прорезиненные ножки и присоски. Не отлепишь его. Так крепко стоит вообще. Очень удобно. Никуда не сдвинется. Никто его не сдвинет и не уронит. Друзья, всем советую приобрести такой планетарный миксер. Порадуйте себя к Новому году, сделайте подарочки. Проходите по ссылке, посмотрите, почитайте отзывы. Вам понравится, и вы его приобретете. Тем более сейчас большая скидка на него. Удачных покупок вам! А вот и обещанная заготовка, которую я доработала. Посмотрите. Сейчас покажу. Увидели, наверное, снежок на елочках. Их стало видно. А то они были темные такие. А теперь елочки видны. Вышла. Заборчик. Снежинки сделала. У меня было немножечко ниток оставалось люрикса. И посмотрите, как переливаются эти снежинки. Ой, прелесть. Мне так нравится. Вот теперь действительно сказочные домики. Сказочный сюжет. Все писали, ой, как сказочно, как красиво. Вот теперь мне действительно нравится все. Посадила луну, месяц, вернее, растущий, молодой. Все писали, луны не хватает в правом углу. Ну вот видите, здесь облака, но он пробился сквозь облака. Что я еще вышила здесь? Ну и все, наверное. А вот теперь можно сюда елочку еще поставить. Елочку и домик. Во, какая картинка получилась у меня. Вышел я еще дымок. Видите? Из трубы идет. Ну и все, наверное, все изменения. Теперь остается сшить изделие, косметичку. Я уже посадила на флизелин эту часть. Выкроила уже вторую часть, заднюю. Девочки, напишите, надо ли мне снять, как я шью косметичку. Просто у меня есть плейлист сумки, косметички, шопперы. И вы туда можете пройти по этому плейлисту и посмотреть все мои работы, как я шью. Или все-таки мне сделать видео, как я шью косметичку. Забыла сказать, что я сделала здесь такие сосульки, импровизированные, видно или нет. Или снег это свисает, ну в общем, что захотите, то и увидите. Или снег, или сосульки висят. Ой, ну елочки прям прелесть стали. Правда? Мне прям самой нравится. А домик тоже. Даже по размеру подходит к этой картинке. И елка также вот эта. На сегодня это все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем предпраздничного настроения, всего доброго. До скорой встречи!